Привет, ребята! Этот выпуск новостей я веду из необычной локации. Сейчас я нахожусь на Алтае, это город Белокуриха, и остановилась я в очень нехарактерном для себя месте. Я отдыхаю в санатории. Дело в том, что на протяжении 2 лет я достаточно много работала, практически не отдыхала, и это сказалось на моем здоровье. Так что в итоге я решила, что буду отдыхать с оздоровительными процедурами. Как, наверное, многие из вас, я думала, что санаторий – это место для пожилых людей, где достаточно скучно, где только процедуры и больше ничего, но, к счастью, мои ожидания не оправдались. Здесь достаточно много разных активностей, я еле-еле успеваю записать это видео, если честно. И вместе с активностями, которые есть в санатории, я также посетила многие места на Алтае. Так, например, я успела проехаться по Чудскому тракту, посмотрела на гейзер в озеро, посетила огромное Телецкое озеро и могу сказать, что виды просто невероятно красивые. Если вы не были на Алтае, очень рекомендую вам посетить это место. Интересно, а кто-нибудь из вас уже был на Алтае? Как вам этот край и какие из мест вам больше всего понравились? Пишите в комментариях, мне кажется, это будет любопытно не только мне, но и тем, кто сейчас смотрит этот выпуск. Здесь, на Алтае, я начала работать над своим 2-м сборником аудиостихотворений, но, как вы видите, времени практически нет. Впрочем, я начала и думаю, что просто сдвину премьеру на чуть более поздний срок. Планировала в августе, буду презентовать в конце ноября, начале декабря. Кроме этого, сейчас я работаю над своим 3-м полноценным студийным альбомом. Он выйдет, скорее всего, в конце февраля, начале марта. Так что ждите. 30 июля у меня и у группы «Середина» вышла совместная песня. Называется она «Московское лето». Если вы еще не слышали, послушайте. Но кроме этого, я сейчас работаю усердно над своим EP, который выйдет совсем-совсем скоро, в августе. И вместе с этим EP также выйдет клип. Я очень на это надеюсь, что я успею снять его. Ну а в сентябре вас ждет новый сингл с просто невероятно крутым клипом. И я думаю, что вам стоит посмотреть на то, как мы его снимали. Я покажу буквально несколько кадров, потому что позже, когда клип выйдет, вы увидите бэкстейдж. Как вы понимаете, на этот клип было задействовано просто безграничное количество времени, сил и денег, и поэтому я очень надеюсь, что этот клип вам понравится. Помимо этого, в августе планируется несколько выступлений. Как минимум 2 сольных, 27 августа в Твери и 29 августа в Нижнем Новгороде. И 2 выступления на фестивале Стримфест 6-7 августа и фестиваль в Калуге 20-21 августа. Надеюсь, что где-то с вами мы все-таки пересечемся. Подробности о билетах на концерты в Нижнем Новгороде и в Твери в описании видео. Ну что ж, это были все новости на сегодня. Возможно, какие-то я забыла, поэтому на всякий случай проверяйте, пожалуйста, описание видео. Там будут точно все новости. Всем, кто смотрел это видео, большое спасибо, приятного вам аппетита, хорошего настроения и, надеюсь, до встречи. Пока-пока!